What's up, guys? Hey, friends. Greetings, fellas. We have an offer for you. We'd like to make a small deal. We have an interesting proposition. Get the new shiny Dota 2 ticket. Buy the new Starlada ticket. Support us with ticket purchases. And we promise to show you our best. We'll show you excellent and magnificent Dota. We will make sure you see some amazing games. Take the first step into the next season. We are counting on you. Help us make Star Ladder 11 awesome. We will see you again sooner than you think. Thank you for your support. And your contribution will make us a little bit happier. Thank you. Аполло тепер доступне на землі. Ну что же, всем еще раз добрый вечер. Мы возвращаемся в прямой эфир и продолжаем с вами наблюдать за матчами 6-го игрового дня европейской Star серии. Это 11-й сезон, и он набирает разбега, скажем так. Ну а мы с вами продолжаем смотреть за матчами этого самого сезона. Турнир таблиц на ваших экранах. Секреты 1-1, Hellraisers 1-0. Секреты проиграли игру довольно сенсационно. Конечно же, в прошлом сезоне они проиграли всего один матч за время регулярного сезона. Так что здесь все очень-очень интересно, как они сейчас сыграют. Ну и третий матч сегодняшнего дня. Артес, Дред, Горец, Гадем и Афонинже против Пупея, Ноутейла, S4, Куроки и Симбы. Смотрим за игрой, как же пойдут дела сейчас у Секретов, потому что два раза проиграть они не могут себе позволить. Death Prophet, Джакиро, Тайтхантер, Разор. Четыре героя пока пикнуты, мы видим, что Секреты берут свои короночки фактически, потому что появляется у нас Тайтхантер. Ну и Разор, которого не очень часто они берут, но все же герой, сами понимаете, приличный. Я бы даже сказал, очень-очень хороший. Так что вот очень интересно, что же сейчас и как же сейчас решат играть у нас Secret Team. Ну, Hellraisers опять-таки в обновленном составе. Бывший Compass Gaming с Дредом, с Афонинже. Команда, которая тоже набирает разбегу, скажем так. Есть у них победа, опять-таки... Одна уже против команды Наташи ищет парня, да, против команды Артстайла. Ну и посмотрим, продолжат ли они свою победную, скажем так, поступь на этом турнире. Ну... Будет тяжело, но возможно. Ну что же, в бане Висп, в бане Брю, Элдер, Титан и Энигма. Hellraisers хорошо готовы к Секретам. Видим, банят действительно секретовских героев. Ну и Винга, Дума, Сларк, Веномансер у нас в бане от Секретов. Ну и третий пик Hellraisers. ДП Джакира хорошо, пушить линии тоже хорошо, но... Что тут добирать? Добирать ли Фуриона, или Джакира пойдет сложно, или это будет суппорт Джакира, который будет просто помогать при пуше Таваро вместе с Баншой, ну или... Как же здесь пойдут дела? Я даже пока не могу предположить. Скайрос Мейдж! Скайрос Мейдж, герой, который в последнее время у нас все реже и реже
появляется, очень интересно. Аппарата забирает секреты и... Что же, придумает они дальше? Хеллрайзерс начинает что-то серьезное придумать. Джакира, Скайросмак и Тренд Протектор. В ответ это Топорочный Дизраптор. Вы знаете, мне уже очень интересно, что же это будет. Radiant team pick. Я просто не могу, я уже в нетерпении жду, что же Hellraisers доберут. Потому что пик-то... Пик-то интересный. Ага, это Нага. То есть они решили сыграть вот так, против... Ну, а для Куроки-то сейчас же герой еще появится. Вы понимаете? Что Нага, это, конечно, хорошо. ДП, Джакира, Скайросмак, Тренд Протектор. Но, в принципе, такой более-менее толковый пик. И чем его будут добивать, скажем так. Доводить до ума. Минута осталась у секретов, и Пупей тут должен хорошо призадуматься. Опять-таки, мы прекрасно понимаем, что второе поражение подряд абсолютно никак не поможет секретам. Ну и Hellraisers, конечно же, очень амбициозный. Hellraisers очень хотят эту игру выиграть, потому что для них это будет просто нереальный буст с точки зрения турнирной и с точки зрения моральной. Вау! Они решили сыграть через ТБ. Хорошо! Интересно! У секретов не часто можно увидеть Террорблейда в пике. Я думаю, вы согласитесь с этим, что герой довольно странный. То есть им играть нелегко, но вот против Наги, против пуша, ну то есть это, ну, фактически это не пуш, это такой полупуш, полулейт, да? Потому что есть как и защитные хорошие саппорты, так и нападающие. Ну вот трипла, мне интересует трипла, неужели это будет, нет, неужели, это скорее всего будет трипла в сложной. И вы знаете, должны, наверное, здесь показать очень интересную катку секреты.
Потому что, во-первых, у них Террорблейд, во-вторых, им придется противостоять вот таким вот интересным героям. Итак, Ноутейл играет на Дисрапторе, S4 играет на Разоре, Куроки играет на Террорблейде, Симба, конечно же, на Тайтхантере и Пупей на Энчатопоришне. Здесь Гадем на Скайросмаге, Артес играет на Наге, Афонин же на ДП, Дред играет на Трен Протекторе и Горец у нас сыграет на Джакиро. Поехали! Поехали смотреть! Так, Горец. И приплыл Горец. Да, подстопит его еще немножечко S4. И вот он Фрзблад. Разор, который оказался внезапно на топе, очень неожиданно, наверное, для ХРов, и возвращается в мид, зарабатывая деньги за Фрзблад и зарабатывая экспу за Фрзблад. Ну, все очень хорошо, сразу же сентри варды туда летят на топ, точнее бегут в курьере, потому что знают, куда конкретно горе стыкнул вард. Ну, да, вот эти фраги до крипов это ничего сверхважного, но все-таки он произошел, и это уже плохо. Горец на Джакира, мы видим, приобретает, так как Юниверс у ЕГЭ 2 Ring of Protection. Ну и тут Дред на руне. Дред очень проседает, на два удара еще Дред, но тут семечко долетает до него, очень опасно так Дред стоял. Хотел он забрать рунку Баунти, в итоге Баунти рунку забирает на Спупей. Дреда отгоняет, Дреда заставляет идти сразу домой регениться, потому что, ну, тут надо будет все танка потратить, чтобы отрегениться. У него ни маны, ни хп, ну и в итоге начало ужасное для Hellraisers. Ну, это такое. Все более-менее нормально. Ну и в итоге получается не так, как мы думали. В итоге получается, что у нас в легкой стоит Артес, который будет фармить, а Гадем гоняет здесь Симбу. В миде Разор против Банши, очень привычная нам линия. Ну и Горец в сложной стоит против Триплы. И Биг Дэдди тут ему уже очень серьезно так плюс убьет. Вот сам Биг Дэдди тоже горит ликвидфайром. Ну и чем будет помогать Дред? Дред, который на первом левеле семечко, которому нужен левел 2. Даже не знаю, чем. Куроки, тем временем, мы видим, с Горцем тут дерется. Вот по-серьезному. Так, проблемы. Горец. Ну и тут до свидания, Горец очередной раз. Тут не поможет никак абсолютно Дред. Куроки должен от Дреда убегать. Куроки еще на один удар. Куроки размансовывает. Пупей прикрывает собой. Получает тычку от Дреда. На развороте Куроки уже отпился. Начинает тоже бить Дреда. Дред троих просто пытается гонять. Все битые кайтят Дреда. Дред зарабатывает один фраг. Пытается уйти. Здесь же Горец. Еще одну тычку надо сделать по Куро. Но вот в итоге Дред так неплохо троих прохарасил. Он понимает, что он толстый. Он понимает, что у него 86 дэмэджа с руки. И надо идти и бить лица. Так Дред и делал. Но в итоге фраг он зарабатывает. Левел есть. И сейчас хоть появится у нас Living Armor. С Living Armor уже Дред будет пополезнее, скажем так. В глобальном плане будет помогать и свои банши в миде, и, собственно, Джакиро. Ну и, конечно же, на нижней линии там, если вдруг расхарасят Артеса, то Артесу тоже. Здесь Гадем гоняет Симбу, но третий левел Тайтхантер все равно уже взял. То есть, в принципе, особо его погонять не получилось. Ну, Тайтхантер у Секрет — это один из лучших героев. Мы это еще помним по Старладеру. Действительно, тут у Симбы на нем получается очень-очень хорошо отыгрывать. Биг Дэдди. Ну вот Дред. Дред понимает, что он мощный. У него 700 хп. Армор 1. Можно идти. Вот Куроки, мы видим, прокликал метаморфоз. Может быть, надеялись, что сейчас будет какой-то глимпс кинетик филд. Но только второй левел взял Ноутейл. И только сейчас у него появляется глимпс, чтобы стопить ребят и в кинетик филдах. Возвращать, скажем так. Так что, в принципе, ну, все окей. Так, Ноутейл далеко зашел. Дред до конца не пошел, но мы видим, кинетик пилд сейчас не самый удачный. Климпс тоже не самый удачный. И в итоге Дред тут выживает, конечно же. Куру его не добьет. Хотя Куру Горца еще засловил. Очень больно Горцу. Там наполучал он серьезно. Дред тоже наполучал. Ну, Дабла здесь страдает. Но в то же время они не дают фармить Куроки. Особо не дают. Хотя у Куроки 17 на 5, и мы видим, у него так же, как у Наги, несмотря на то, что он еще и постепенно харасит.
соперника и заставляет вот двух героев команды Hellraiser идти на базу. Симба по-прежнему жив. Симба. И вот он первый фраг. От, хотел сказать, от Наги, но фраг зарабатывает ГДМ. Да, я не думал, что Сигма подставится. Сигма. Симба, конечно же, подставится. В итоге 3 левел у него таки остается, он сейчас будет 4. А, да, Тайду надо брать левел, Тайду надо сейчас какой-то тапок, чтобы быть более уверенным, потому что, ну, получилось так, что его просто нахарасил Годдэм, и дальше они пошли вместе с Артезом, просто заработали фраг, ну и вот сейчас могут продолжать это делать, правда, Годдэм, но сейчас не так легко, потому что маны у него хватит еще там на один Арканбол, дальше придется регенить. А, Дред. За Тауэр на Куро, иллюзия, есть семечка, Дред, Куро успеет ли засловить Дреда, Дреда и так засловили, и вот Мглимс, и до свидания, Дред. Ну вот тут ошибка Дреда, конечно, полнейшая, Куро зарабатывает фраг, что-то трипла у нас, то есть дабла в сложность, что-то очень-очень плохо действует. Ой, еще и Горца поймали в Kinetic Field, огромное количество дэмэджа у С4, и он зарабатывает второй фраг. 112 он насосал со вторым стати клинком. И можно бежать в мид. В миде дальше продолжать стоять против Афонина. Секреты начали лучше. Да, есть там фраги. То есть на топе там был не совсем нужным фраг, скажем так, на пупе, который сделал Дред снизу. Симбу, ну, убили. Сложная линия, бывает такое. Но в общем, Разор дважды сбегал, заработал 2 килла. Куроку заработал килл. То есть более-менее дела идут нормально. Пупеха, мы видим 5-5, имеет крипстат, 0-1-3 у него стата, 4 левел, 6 возьмет довольно быстро, 3 дизраптор, так, Горец, ну, Горец тут уже не уходит. Да, Горец тут уже никуда не уходит, очередной фраг для Куроки, и Дреда вернули, Дред семечку, избивает его очень серьезно, Куроки должен идти по тавр, да, это даблкил Куроки. Да, дабла от Hellraisers оказалась слишком провальной, и они тут нафидели Куроки уже очень плотно. Террорблейд — это герой, которому нужен фарм, спокойствие и минимум экшена для того, чтобы, да, выйти в лейте в очень серьезного дэмэдж-дилера. В итоге получает нереальный буст еще на 6-й минуте, имея 3 фрага, 3 ассиста. Ну, все 6 фрагов секрет были сделаны вот здесь. Ну и в итоге 4 раза умирал уже Джакиро. И мы видим, что 2 рингов протекшена не помогают. Дважды умирал Дред, и, конечно, это провал. Это, конечно, полный провал. Ну что, Годдэм, мы видим, на Skyros Маге имеет левел 4, а, собственно, Нага Сирена 5. Ну и Горец. Горец пока 3 на 0. Афонина в миде, у С4 29 на 11, но 2 фрага есть. Так что, в принципе, тоже можно считать, что мид выигран. Ну, по крайней мере, он явно не проигран С4, хоть он и не проигран Афонином. Да, Афонин-то не помирал, он же не виноват, что на топе там вот эти два друга решили фидануть. В частности, Горец, у которого 4 крипа и 4 смерти. Ну, Джакира, да, вот и 4 левел, прям магия цифр. Кур отправляется в леса, подприфармить немножечко себе с метаморфозом. Мы видим, 7 левел у него есть, 1500 голды уже имеется, и тут деньги будут сыпаться очень серьезно. Куроки в 4 Conjure Image, в 2 метаморфоз, в 1 Reflection у него имеется. Ну, в 1 и больше и не надо, конечно же, Reflection. Главное застопить, а дальше уже будут догонять. Ну что, Горец на Джакиро. 0-4-0. 4-1 имеет крипстат. Ну что, Ноутейл? Ноутейл 1-0-5. Ну а что Ноутейл? Ноутейл 5 левел, все отлично. Пока ушел с линии Куро, 2 саппорта могут спокойно делить себе экспу, пушить эту линию, зарабатывать 6 левела. То есть в этом плане все просто отлично. И Пупей, мы видим, уже вообще никого не боится. Он понимает, что там 4 левел, 3 левел, в то время как здесь... Куроки подбежал уже левел 7, и вот 3 иллюзии, метаморфоз, ну и что же здесь делать-то, а? Radiant structures are fortified.
Ну, надо как-то дефить, и понимает они это. Прилетает сюда Афонин, то что тауэр можно отдать. Но зато в миде оставляет еще 4 одного. Тайтхантер пошел у нас в леса. Тоже берет 6-й левел себе здесь. Решил, что на линии там стоять против этой даблы это слишком опасно. Наги он все равно ничего, в принципе, не делает. Поэтому, ну, наверное, правильно, что отбежал. Горец хоть тапок себе купил. Ой-ой-ой, Горец, осторожно. Ну, сейчас вот будет Глимс. Кинетик Филд, и Горец пятый раз отправляется в таверну. Куро, Куро битый, очень горит Куро, и Куроки неужели умрет? Да, даже залететь не ворк, анболт минус Куроки. Важный фраг для Hellraisers, но вдвоем они сюда попадают. Ну и тут S4, конечно, развалит очень серьезно. Гадемну видим наваливает, это третий фраг для S4. Дред пытается сделать отсюда ТП-аут, и один удар S4 нужно сделать. Один удар, но он не успевает. И Глимпс был в кулдауне, поэтому Дреда не вернут. 8-3. Смерть Куроки, это на руку. Это очень даже на руку. Мы видим, что да, плюс все равно для секретов, но XP заработали Дред вместе с Годемом довольно много здесь. Ну, не забываем еще, что была смерть ТХД. Но про это я вообще не говорю. Там Джакира у нас уже погибает очень-очень-очень часто. Слишком часто, я бы сказал. Ой. Да сколько ж можно-то? 0-6 уже у Горца. Ну, 10 минут, он 6 раз фиданул. Он Киллингспри Куроки отдал, и Киллингспри уже доминейтинг там, да? Или Киллингспри? Киллингспри отдал Разору. Ну, СФО за Нагой тут понесется, чувствую. Прям до конца геймит. Ну, до конца, мы видим, не несется. Ну, С4. 3-0-1 имеет. Ну что, Террорблейд Куро. Яша имеется, 610 голды в запасе имеется. Если бы не та сверх, было бы все отлично. Но это такое. Но хотя какая разница, ребята? Барабаны, ОС-4. По деньгам тут преимущество уже должно быть большое. Ну вот, 2500 голды и 2000 экспы. Не так много, вы знаете, тут ульт аппарата. Глимс и минус Годем. Да ладно, ему еще удар надо сделать. Гаша же здесь нету. Лол, неужели Годемна отпустят-то? Да, отпускают. Вот это удивительно, что они его не убили. Забоялись, и в итоге Годемн выживает. Тут иллюзии Наги. С4 пока они, конечно, не дамажат. Нет, 1300 хп, ему вообще пофиг на эти иллюзии. Пока, ну а тут 2300. Аркан тапки появляется у Симбы. И теперь он сможет быть еще полезнее. Дальше надо выходить в даггер. Куроки тем временем продолжает фармить на топе. 9-й у него левел. Ну что, Горец с Дредом, ой-ой-ой, на Симбу решили напасть, там ульт аппарата полетел куда-то на топ, на Афонина, наверное, да, так оно и есть, Афонина там прищелкнуло, но ему, в принципе, не особо-то есть дело до этого. Ну а Разор тут с ДД спокойно забирает тауэр, лезть на С4, у которого дабл дэмэдж, это абсолютно бессмысленная затея, и хотя, вы смотрите, есть телепорт, это Афонин, С4 вгрызается, Афонина вернули, а зачем? Зачем? Его бы убил там С4. Ну, тут Биг Дэдди немножко перенервничал. Видимо, не до конца друг друга поняли, потому что действительно был бы фраг. Пупей видит Годемна. Получает Сайленс. Мистик Флэр никуда. Пупей очень хорошо замансил здесь. И это дело, что нападать он тоже не мог. Но в любом случае... Ну, и тут Горец пока еще жив. И, может быть, даже выживет. Но действительно спасает его на этот раз. У него есть ассист теперь. 0-6-1, а не просто 0-6-0. Но в любом случае, то, что его сейчас спасли, это мало значит.
Нага тратит время для того, чтобы спасать своего Джакиро, фидящего. Это плохо. Наге сейчас нужен фарм. Наге нужно еще где-то нафармить 2500. Вот стаки для нее здесь Дред сделал, но вот у Артиса нету маны, поэтому фармить их опять-таки нелегко. Радианс быстро вынести хочется. Сделать это не так уж их просто, да? Глимс, Афонин, закрыли, убежать отсюда не сможет. Пошел ультимейт, Афонин, и хватит ли дэмэджа? Да, хватает дэмэджа. Горец тут приморозил уже поздновато, но в итоге основная цель выполнена. Забрали Баншу, 3000 у Куроки уже. В миде тут Дред, 5 левел по-прежнему. Горец левел 7, 4 ликвидфайр есть, но поворота не пушатся. Глимс, Горец. Ну, Горца не закинула Глимсом обратно в кинетик филд. Если бы закинула, я думаю, там еще один плазмофилд от S4, и бедный Горец бы 7-й раз отправился в таверну. Пришел Куро. Помогает. Дэн чуть не лопнулся там. А, кстати, а здесь-то уже и 1700 голды у S4. Смотрите, Куроки зарабатывает еще денег. Приобретает себе сразу же Монтастайл. И у него 700 голды остается в запасе. Ну и Нага. 100 крипов есть. 3500 есть. Как бы 15-я минута более-менее хорошо. Но то, что 10-3 счет и упало уже 3 вышки, это ни разу не хорошо. Сами хаэры до тавров еще даже, ну, там толком не добирались. Миди битый, снизу чуть-чуть битый, на топе чуть-чуть битый. Но это все вот чуть-чуть и чуть-чуть. И ничего особенного. Что есть 4 Куроки. Два основных столба, скажем так, стратегии команды Secret. 7-й левел Пупи, который, понятное дело, будет помогать. Ну и вот здесь Tide Dagger, и дальше пойдет активность. И это вы увидите на свои глаза. Вот как только у Симбы появится Dagger, сразу же начнется лютый экшен. Они и без Dagger хотят, посмотрите. Три игрока команды HR, двое стоят за спиной Афонина. Вот палится сейчас Горец, палится Годем. Спалили сейчас смоук Симбы. Ну и что? Ноутейл должен возвращать Годемна. А возвращает зачем-то Афонина. Ну вот это ошибка. Что-то тут непонятное сделали. Верни вот сюда, возьми Годема и сделайте фраг. А тут тем временем, смотрите, нашли Куро. И вот он, Куро. Говорит, короче, ребята, я тут стою, фармлю, прибежали, убили. Кстати, на Рошана сразу пойдут, не? Экзорцизм есть, но вот Куро тут очень злой. Глим, свернули Дреда. Дред тут же дает ультимейт, но, правда, он его дал еще до того, как его вернули, что ли, получается. Походу, да. Ну, Дред погибает, не потратили толком на него ничего. Отомстили в итоге за смерть Куроки, но отомстили так себе. Ну вот, кстати, там интересный был момент, когда он ультанул. Я не понял, что произошло. Ну а параллельно Virtus.pro Polar выиграли вторую карту у Virtus.pro. И там 1-1 в ничью закончили две команды Virtus.pro друг с другом. И скоро там продолжатся матчи DreamHack, опять-таки смотрите на канале Twitch TV Dream League, нижнее подчеркивание V1 лат, и Twitch TV StarLadder 4. Здесь драка пошла. Годем под ультом Пупея. Без шансов. Без шансов. Да, ну и Рошана заберут здесь секреты. Секреты в этой игре действуют очень уверенно. Мы видим 7500 уже денег они ведут. 5000 экспы, правда, та смерть Куроку немножко так подшатнула график, но опять-таки ненадолго. Сейчас секрет опять-таки начнут играть посерьезнее. Там ультимейтор полетит Куро. Начинает он клепать себе АФ Скади. Сразу же телепорт на топ, Артес. И тут же слип.
РТС и ТП аут. Глимпс не успевает, понятное дело, бросит. Биг Дэдди! И тавр на топе с Денайной. Отлично! Просто отличнейшая игра. Появляется у Наги, тем временем, Radiance. 19 минут игры прошло, это очень хорошо, но как бы вы знаете, как бы к этому моменту преимущество было уже не слишком большое. Потому что, ну, вы сами понимаете, Таура попадали, свой заденайли, забрали Рошана. Куроки там наклепал фрагов 5, у Разора 4-0-2, у Разора Аганим там на подходе вообще, да, у Куроки там в скаде с такими темпами появится минуте к 30, какой к 30, к 24 у него уже будет скади Монта. Уроки. 1500 голды тем временем. Я пытаюсь тут сидеть и думать, а как вот сейчас надо играть ребятам из Hellraisers. Ну, понятно, надо вытерпеть до момента, когда у Наги будет минимум Радианс, Тревела, Тараска, Баттерфляй и Монтастайл, да? Это 45-я минута. А как выдержать против Террорблейда, у которого уже половина из этого есть? Ну, я пока затрудняюсь сказать. H4 тем временем мы видим через ультимейт с Аганимом забирает этого тавра в миде. Ну, старается его прохарасить, конечно, не забирает. А Куроки тут отгоняет Горца и Гадема подальше. Кстати, Еул все-таки Горец нафармил. Ну, а в миде тавра дефили. Dire's bottom tower has fallen. 3.08 у ноутейла. Отличная просто статистика, да. То есть отрабатывает на ура. Тайт с даггером. Хочется увидеть у нас ревич в этой игре. Но опять-таки нужно как-то до кучи собраться, наверное, да. СФО пока фармит. Ну, блин, вот мне не нравится сегодня стиль игры Secret в том плане, что они играют слишком медленно. Они играют как-то слишком, что ли, неправильно, или я даже не знаю. Тревела тем временем появились у нас у Артеса, и этот свою работу делает, работает по таймингу, скажем так, появляется все именно тогда, когда это нужно. Ну, Горец. 10-й левел уже набрал, тоже. И ему даже скоро ветра прилетят. Ну, почти, еще надо купить здесь Voidstone, и тогда прилетят. Команда Secret сейчас будет ждать, пока Куроки все-таки долетит его супер-артефакт. Он же уже летит? Да, он уже летит. Ну и у нас 23-я минута Монтастайл Скади. Афонин, Ревейдж, отлично. Ну вот тут он еще поживет секунду, но в том-то дело, что секунду. S4 с ДД. Без участия Куроки это все произошло. Вот Куроки только сейчас подошел и пошел лютый дэмэдж в тавер. Это, кстати, через бэкдор протекшн, чтобы вы понимали. Ну и ультапарата. Тайт. Ультапарата очень хороший. Пробивает Горца. Горец выживает. Биг Дэдди получает сайленс. Несколько плюшек. Годэм приплыл. И форстафа, чтобы засейвить, нет. Он погибает. Минус 2 и минус Т2. Опять-таки фактически без боя. И Куроку в метаморфозе. А это значит, что можно наклепать иллюзии. А это значит, что есть еще Аегис С4, который он хочет очень разменять. Поэтому вот... Да ну зачем же ты сбиваешь таргет и... Слип. Артес. Есть байбэк ДП.
Надо драться. У Куро скоро закончится метаморфоз. Ульт аппарата. Неточный. Тавр сейчас упадет. Куроки. Как его сейчас сбривает. Куроки. Не с кем свапнуться. И... Да ладно. Куроки уходит 40 хп. 40 хп. Ну и он тут догорит. Смотрите, а Куроки-то сгорели. И Биг Дэдди в сайленсе тоже может сгореть. Да, и Биг Дэдди сгорает. Ну вот, слип, ультимейт, Афонина и два фрага. Два важных фрага, потому что Killing Spree и Куроки огромный левел. Там чуть-чуть поймали еще и Пупея. Полетел аппарат сразу же в мид. Вот. Под Реду, кстати, больно зайдет, если Дрен под него подставится. Дрен под него не подставляется, зато подставляется Горец. И Горец тут может, в принципе, нет, не может, не умрет. Тауэр забрали. Все хорошо, хаэры огрызнулись. Ну и параллельно на DreamHack'е, на канале StarLadder 4, Тинкера выиграли у MVP Феникс. Гадем, привет! На топе говорит ему Пупей. Пупей таких не отпускает. Хороший Ice Blast и минус Гадем. По деньгам мы видим, за счет того, что убили здесь Кура и Ноутейла, мы видим, с 11 тысяч на 8 вернулись Hellraisers. Ну, по XP абсолютно то же самое. Графики фактически идут синхронно. Ну и Ноутейл. Тут пытается уже какой-то память. Но сам Ноутейл тут, конечно, бесполезен. Вард хочет тыкнуть сейчас. Ну вот, вот хайры уже по-серьезному тут в защите стоят. Они уже далеко вот за вот линию своих, да, Т2 тавров не выходят. Они отдали абсолютно все преимущество и ждут. Ну, преимущество. Инициативу, карту, мап-контроль, все отдали, абсолютно все. Ну что, Рошанчика забрали недавно, Аегис, нет, давно, кстати, уже появится новый Рошан, поэтому можно пойти по товарам. Я думаю, что вот Т2 тавр, а после этого уже надо выходить на второго Рошана. Или, учитывая наличие от кулдауненного метаморфоза, 2700 и все еще действующего Out of the Storm, он, правда, сейчас пропадет. Ну вот, Кура уже клепает иллюзии. Правда, непонятно опять, зачем он юзал сейчас метаморфоз, если они уходят. Ну, что-то я не совсем понимаю происходящего. Ну да ладно. Итак. Секрет. 15-6. Второй Рошан появится с минуты на минуту. Вот она. Минута ровно. БКБ у Густава. Ну, вы знаете... БКБ это, конечно, хорошо. Ну да, БКБ, наверное, все-таки будет правильно. Но так как оно одно, то он останется один в ультимейте Наги, да? И это будет не совсем весело. А Нага приобретается Yamato Style. Ну, вот у Кура закончился метаморфоз. Через минуту следующий. Снизу Артес. Через слип делает тп-аут. Это значит, что на Рошане слипа не будет. Это значит, что на Рошане слипа не будет. И это, конечно, очень хорошо. Ну что? Несколько секунд до появления. Но Тейл уже просто стоит и ждет. БКБ появляется также у Куроки. Ну, теперь проще. Два БКБ, и действительно, в ульте Наги уже можно наваливать, потому что Разор и
Террор Блейд. Ульт аппарата. Привет, Гаден. Все, можно забить на него, он погибает. И появился Рошан. Появился Рошан, Гадемна нет. На топе Разор потушит еще и Т2. Можно попытаться как-то одновременно даже это сделать. Это будет еще более на руку. Вот смотрите, есть 4 с Артесом. А че ж ты в него не бросишь линк? Да бросил бы в него линк, да и развернулся, и дрался бы по ВП, почему нет? Что С4 какие-то странные действия. А, ну вот мы видим теперь не странные. И С4 тут может погибнуть. И очень долго он думал, если погибнет, то будет его фейл. Нет, он все-таки улетает. Да, стянул он абсолютно всех сюда и падает у нас. Рошанчик под номером 2. Эггис должен доставаться, конечно же, Куроки. Тоже Симба на Тайде взял 14 левел. Иммортал у Террорблейда. Кстати, это 1000 голды после БКБ. Ничего нового там в курице нет. Пока ничего нового нету. Ультапарата разгоняет всех просто стопа. Банша купила БКБ. То есть вот есть и первые уже блэкинг-бары у команды Hellraisers. Опять-таки, хаэры никуда не летят. Хаэры ждут ошибки соперника. Они будут ждать, понятное дело, даже у себя на хайграунде, скорее всего, и принимать следующую драку. Либо будут устраивать драку на их, скажем так, правилах. Разор пробегает мимо Артеса. Тут какие-то невероятные перемещения. В чужих лесах бегают Хаэры, и Артес вообще делает тэп-аут отсюда вниз. Ну и Секрет вместо того, чтобы пойти по линиям и пытаться пушить эти линии, начинают то у нас какие-то танцы на линиях. Есть телепорт на топ, Разор с ультимейтом, Тауэр проседает, здесь пошла драка, поймали Горца, Дред ультует. Разводят Симбу на ультимейт. Ну и без него он справился. Афонин же делает... Айк! Хороший глимпс. И БКБ вынужден провязать Афонин. И теперь бежать. И еще раз бежать. Будет ли еще один глимпс, либо что-то такое. Афонин на мувспиде, конечно, уходит очень быстро. Но вот он, слово от Пупея. И Афонин таки убежит. А нет, тут рядом Куроки. Ветра, Афонин. Ну вот он, глимпс. И привет, Афонин. Да, минус 2, казалось бы, абсолютно на ровном месте, притом очень долго не видели они абсолютно никого на карте, могли бы и понять, что сейчас на них пойдет какая-то там атака, но почему-то этого не сделали, я прям даже не знаю почему. Бывает. Так, Гадем бросил сейчас Ancient Seal в Разора, испугался очень сильно, 11 левел, кстати, у Гадема есть. На скоросмаге. Пупей помогает ультом. Пошел Куро. Годем. Radiance Courier. С4 тут с иллюзиями разбирается. Очень сложно сейчас с Хейром. Пошла Монта. Горца отгоняет Куро моментально. Там едва живой С4. У него Эгис на этот раз отсутствует. Эгис, напомню, ему Кура. Прошлый раз он бы Кура очень пригодился, поэтому отдали на этот раз. Но мы видим, что Living Armor немножечко помог, но опять-таки дело в том, что немножечко горит, задувает. И Т3 убили. Нага, будет ли давать слип? Ну, тут еще тайт, поэтому давать слип нет смысла. Хотя Артес понимает, что там ребята биты, и можно было бы постараться хотя бы на Эгис развести. А Эгис будет действовать еще 3 минуты. Еще 2 минуты, извините. Надо обязательно Куро его что-то с ним придумать. Реген у него очень маленький, мы видим, повесили бы какую-то урну или чем-то похилили, было, конечно, лучше, а потому что просто умрет, скорее всего. Ага, вот так вот. И no daddy, да? И no tail на базу. Очень-очень хорошо. Сандер и бежать.
34-я минута. Секреты. Секреты играют в своем вот этом вот неторопливом, спокойном стиле. Они никуда не спешат. Они очень спокойно подходят к каждой драке. Они не будут торопиться. Вот Биг Дэдди. И погибает Биг Дэдди вот так вот. Годема, конечно, за это накажут. Может быть, еще кого-то, если кто подставится. Дред прыгает, ультует. Получает айсбластом. Годем погиб. Дред. Артес тоже бежать. Дает слип. Ну и уйдет отсюда, понятное дело. Но зато секреты без ноутейла вряд ли пойдут. Без Биг Дэдди. Биг Тейл, но Дэдди, да? Нага приобрела Тараску. Ну вот уже почти полный набор, который я варил. Остается Баттерфляй и все. И уже полный набор у Артеса. Ну, Куроки, вы знаете, тоже на месте не стоит. 5-100 у него. В принципе, там уже на Баттерфляй хватает. Можно скоро будет купить. А Эгис опять-таки потерян в никуда. Афонин приобретает себе Шиву. Ну, точнее, пытается приобрести себе Шиву. Аппарата, кстати, ничего. Но Тейла от Аганим, это было бы, конечно, просто волшебно. Ну и 5-0-6 по-прежнему у Густава Магнусена. СФО пока не умирал. И не особо-то горит желанием умирать. Что ветра появились у Скайрос Мага. Ну, Годем пытается тут жить. Годем, да неужели выживет? Да, Годем выживает, ультимейт летит непонятно куда, абсолютно от Пупея. И вы смотрите, нет, ну, Годема глимпсанули. Я думал, что все, можно на него забить, но все-таки глимпсанули РТС. Ну, Ревейдж есть, стоит ли его давать? Симба, Форстаф решает, что надо бежать. Подняли ноутейла. Будет ли форстаф на сейв ноутейла? Вот он. Ноутейл. Кинетик филд. И неплохо. И убежит, скорее всего, здесь ноутейл. А баттерфляй появляется у Куро. Ну так гнались-то серьезно, хэры. Вот пока у Куро баттерфляй есть, у врага баттерфляя нету, надо, наверное, секретом пытаться снести мид. Строить драку, в конце концов. 28 фрагов за 37 минут. Это мало. Хекс 84. Ого. Прям по-серьезному пошли. Разор с хексом. Редко такое увидишь. Ну что, пошла атака на мидлейн. Пока без крипов. Вот они крипы. Там барак проседает ранжевой очень сильно. Так, тут иллюзию Наги надо убить сначала. Убили. Куроки сразу два барака бьет. Мы видим иллюзии Наги под Куро подбежали. Ну, Куро опять-таки уже с баттерфляем, поэтому вот куча иллюзий. Минус мид. Сразу же надо идти на низ. Но тут мы видим, Куроки пытается Артеса порасхорашивать, скажем так. Не мог долго подобрать слово правильное. Две тысячи голды у Террорблейда уже после покупки Баттерфляя. Ну а здесь у Наги 3250. То есть Баттерфляй тоже скоро появится. Ну, на 3 левела, конечно, Куро лучше. Полетел от Пупея подарочек на топ. Но это не горцу, это вот сюда. Между горцем и Артесом.
Так, ну что, Афонин. Афонин на Куроке. Нет, пока не врывается. Афонин ищет позицию для врыва. Ну надо, надо, надо как-то ворваться. Так, Тайт. Хороший смоук, спалили. Куро. Сословил Афонина. Ну и все поразбегались. Боятся секреты, что ли, здесь драться? Ну а почему боятся? Чего боятся? Рошан появляется третий. И его надо забирать. 13 секунд. Секрет ведут 16 тысяч голды и 20 тысяч экспы. Очень много. Но мы уже вчера с вами видели на Dream League, что это ничего не значит. Это вообще ничего не значит. И такие игры спокойненько проигрываются. Ну и вот еще один смок от ХР. На этот раз прямо на линии. И куда же пойдут парни? В атаку пойдут, понятное дело. Вот только как? Кто должен идти в атаку? Очень далеко сейчас отсюда Куроки. Могут ловить. Поймали Попея. Форстаф. Ноутейл выживает. Есть ультимейт от Афонина. Ну, Ноутейл тоже форстаф и уходит. Никого не поймали. Вот прилетел на 4. Включил ультимейт. Аппарата тоже в никуда. Тауэр. Ну, есть еще глиф на крайняк. Куроки тем временем, вы смотрите, что творит. И все. Хэрам надо бежать. Вот Куро на глиф развел. И все нормально. А там драку устраивают тем временем. И просто надо бежать отсюда Хэрам, потому что будет беда. Мы видим, два суппорта прилетели. Одного Куро убил. Т4 Куро сносит. А вы смотрите-то, там горца убили. И там не дают еще уйти Афонину. Куро тем временем сносит второй Т4. Пошел дэмэдж Трон. Не знает, что делать Дред. Лол, Трон просто падает. И вот наконец-то Афонин здесь. Куро, райт-клик. Все. Сильно. Стильно. Молодежно. Великолепный получился матч, скажу я вам. С первой по последнюю секунду имели преимущество у нас секреты. Ну, не довели полностью все до ума там в определенный момент игры, там, да, в середине. Поэтому немножко игра затянулась, но в любом случае мы видим, что Куро 8 фрагов. 5 у Ноутейла, 4, 5 фрагов, Годдэм 4 фрага тоже сделал, дэмэдж интересен мне, Куро, насколько больше, чем все нанес. Ну, не намного, разор мы видим 15800, 10 наги, 8800 у Годдэма, то есть, ну, Годдэм тут отыгрывал хорошо. Дерево непонятным пиком мне до сих пор является, ну, да ладно. Ну что, секреты 2-1, Hellraisers 1-1, ну и мы с вами уходим на паузу, чтобы посмотреть матч лидеров. Гумба 2-0. Против Hellraisers 1-1. Это следующая игра, которую мы с вами посмотрим. Эта игра, если я не ошибаюсь, должна начаться через буквально 12 минут. Чуть-чуть, может быть, больше. Не уходите!